Был совершен побег. В настоящее время все пациенты возвращены в отделение силами правоохранительных органов, но все обстоятельства выясняются. То есть вы не знаете, был ли бунт, можете ли подтвердить, что там, говорит, санитар пострадал, в каком состоянии? Санитар находится в удовлетворительном состоянии, ему оказана первая медицинская помощь, в настоящее время находится дома. То есть специально в больницу его никуда не везли, значит, он в порядке. А вообще, случались ли подобные случаи когда-нибудь на вашей практике? В моей практике такого не было. Они вообще закрытые же там находятся, никуда не выходят, да? Ну, так, в каких условиях они там содержатся? То есть свободного прогулок у них есть такое или нет? Данные больные находятся на принудительном лечении, прогулки у них есть. Ну, под присмотром, да, получается? Да, под присмотром.